Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы будем играть, ребятки, вот такую вот крутую игрушку, которая называется Чучел, точнее, ребятки, Чучело. Так, ну что ж, вот он, ребятки, спит черненький, его надо, наверное, давайте как-то его разбудим. Так, ну что ж, давайте, наверное, будильник. Вставай, вставай, Чучело. Он ударил будильник молотком, ребятки, и сломал его. Да что же делать? А это что за слиз? А ну давайте нажмем сюда. Он прибил этой слиз, ребяточки, тоже не годится. Так, давайте. Ага, вот слон стоит, ребятки. Давайте на слона нажмем. Ну ничего себе, ребяточки, он спит. Вы это видели? Даже слону сумел заткнуть рот будильником, ребятки. Давайте телевизор включим. Ого, ребята, даже телевизор не смог его разбудить. А что, если мы включим, ребяточки, вот эту вот штучку? Магнитофон. Ребяточки, магнитофон он отключил. Да что же будешь делать, а? Еще и тапком бросил в этого, ребяточки, Санта-Клауса. Так, ну что ж. А вот у нас, ребяточки, что такое? Старым тапком получил. Ха-ха-ха. Так, ну что ж, ребятки, вот осталась у нас бутылка. Ребяточки, у меня шляпа слетела у этого чувачка. Посмотрите, у него пустая голова. О, ребяточки, посмотрите, какой прикол. Ого, наполнили водой. Смотрите, птичку эту. И что теперь будет? А, она упала на чучело и разбудила его. Наконец-то ты проснулся, мой дорогой друг. Наконец-то, как же я этого ждал. О, ребяточки, у меня есть вишенка. Мы сейчас ее съедим. Кто-то у нас ее отобрал. Какая-то большая черная рука у нас ее отобрала, эту вишенку, ребятки. Отдайте мне мою вишенку, пожалуйста. Сейчас я тебя догоню и научу. Вау, и меня черная рука забрала тоже, ребятки, на какую-то новую локацию. Вот, собственно, нас сюда, ребяточки, и забросили. Теперь давайте с вами... Все, вот она моя вишенка, я иду к ней. Всё, ребятки, иди к ней, вот она. Эй, отдай мне мою вишенку. О, все, я получил вишенку. Ха-ха-ха. Это какая-то мышка такая прикольная, непонятная, которая хотела у меня, ребяточки, отобрать эту вишенку и убежала. Ой, у меня опять ее забрали, отдайте его. Опять меня на другую локацию, ребятки, забирают. Так, ну что ж, следующий уровень у нас такой. Ага, это над нами кто-то издевается попросту. Вишенку он повесил, ребятки, на дерево, и нам нужно как-то ее достать. Давайте, собственно, это и сделаем. Отлично, ребята! Вот это круто! Вот это да! Давай, 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 только дерево нас задавило, ребятки! Давай, вишенка моя, иди сюда! Мышка, ребятки, прибежала и забрала опять у меня ее! Да что ж такое? Ребятки, посмотрите, какой чудик забрал наши эти вишенку. Он забрал и бросил ее туда себе в голову, ребят. Ну что ж, давайте его попросим, чтобы он отдал нам. Эй, ты, чувак, отдай нам вишенку. Вон она там у тебя в голове застряла. Сейчас посмотрим.
Нет, это не вишенка. Дай нам нашу вишенку. Отдай мою вишенку. Посмотри еще раз у себя в голове. А, это не вишенка, дай мне вишенку, что ж ты делаешь? Кайца! Баб! Баб, хап, хап. Ох, ребяточки, это мяч. Нет, не подходит нам такой диалог. Давайте теперь с вами будем как-то выходить потихонечку из этого. Так, ну что ж, давайте, наверное, вот так вот запрыгнем ему на голову. Так, ну что ж, уже неплохо довольно. О, ребятки, посмотрите, я открыл. Вау, кто это такой? Что это за слон там выпрыгнул, ребята? Вот это да, вы это видели? Так, нет, ребяточки, давайте. Так, ребяточки, ну что ж, мы попали уже на самый верх, видите? Нет, опять там. Нет, это не то, что нам нужно, ребят. Нам нужно открыть как-то ему голову. Нет, сам я не заберусь туда, давайте вот так вот забираемся туда по новой. О, почти, вон она, моя вишня. А, ребята, вы видели? Моя вишенка там была. Моя вишенка там была, ребятки, надо ее как-то оттуда забрать. Отдай мою вишенку, вот она с краю тут, открой голову. Да что ж ты мне опять дал ведро дуй, он никуда не годится, ребят. Так, ребяточки, вот тут знак, вот с ним что-то нужно сделать. Давайте попробуем. Нет, сами, ребятки, мы абсолютно ничего не можем сделать. Давайте с вами тогда выпрыгнем. Ого, ребятки, посмотрите, какие у меня руки. Как я растянул руки, ребятки. Как я растянул руки, вы только посмотрите. Так, отлично. Так, о, вот. Вот, чувак, смотри, как надо сделать. Сейчас я тебе покажу. Все, он зарылся туда, отлично. И выкопал для меня знак. Все, супер. Ребятки, нам мышка помогла. Теперь мы с вами с легкостью, я думаю, достанем эту штучку. О, все, ребятки, она у меня есть, отлично. Так, теперь давайте. Нет, ребяточки, нет, немножко неправильно. А я могу выпрыгнуть, а потом ее забрать? Давайте выпрыгнем на голову этому чувачку, а теперь заберем эту штуку. А, нет, нам надо все равно падать. Так, забираем. О, отлично, ребята! Отлично, ребятки, мы наконец-то забрали нашу вишенку, и это просто круто. Но, ребятки, стоит отметить, что забрала у нас ее... Посмотрите, сколько было прикола в голове у этого чудика. Забрала у нас ее мышка, ребятки, и она опять, естественно, убежала. Мы, конечно же, погнали за ней. Сейчас посмотрим, что будет. Так, ребятки, переходим на следующую локацию. Отдай мне мышку и отдай мне, пожалуйста, вишенку. Мышь забрала у меня вишню, ребятки, опять не хочет отдавать. Опять улетела у меня... А куда же она улетела, ребята? Давайте посмотрим. Что это за кит такой зеленый? Или жаба какая-то?
Опа, а ну отдай. Нет, я, ребяточки, не достаю руки короткие. Нет, ребяточки, мышка нам тоже не может ничем помочь. Отличненько, ребяточки, мы получили нашу вишенку, наконец-то. Круто. О, что это со мной? Чучело, в кого ты превратилась? Ребяточки, я съел эту жабу, и посмотрите, в какое чучело я превратился. Вот это да. И опять мышка у меня, естественно, унесла мою вишенку. Так, ну ничего, дорогие друзья, мы с вами ее еще поймаем не раз. Ребяточки, переходим на новую локацию, и что здесь у нас? Что мы видим дальше? Так, здесь мышка, ребяточки, нашла себе птицу и улетела на ней. А на чем я полечу? Догоняйте, она забрала мою эту. Полетели. Нет, нет, ой-ой-ой, ребяточки. Ребята, вот это мы летим. Так, куда же нам лететь-то надо, а? Так, куда же дальше? Ой-ой-ой. Тяжело лететь, ребятки. Тяжело. Не думал, что так будет тяжело летать, на самом деле. Нет, ребята, нет. Что это все перевернуто? Нет, опять назад, ребяточки. Отлично, ребяточки, наконец-то. Ух, облака, которые съедают меня. Не надо на них попадать, ребяточки, ни в коем случае. Они как черная дыра засасывают, видите? Ребята, когда же я уже догоню эту мышь, которая улетела с моей вишенкой? Ого, ребята, а как же здесь пролететь? А, вот, все. Они в одну засасывают, а с другой я выплевываю, да, получается? Да что ж такое? О, отлично. На них того попал я, ребят. Ого, ночь! Вы только посмотрите, ребятки, уже наступила ночь и звездное небо, и мы с вами летим на какую-то, я даже не знаю, на какой-то мы штуке, на каких-то досках мы летаем, ребята. Чучел, 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 лети, лети, малыш. Что ж такое, ребята? Не могу никак пролететь этот уровень. По голове получу. Опа, видите? Прилетел, ребята! Наконец-то мы догнали. Что это такое желтое большое? Бабах! Все, мышка врезалась, и я получил свою вишенку, ребятки. И, естественно, все разлетались в разные стороны. Что это такое за желтая масса у нас? Кто это? Что это за слиз? Что это за зверенок такой? Ой-ой-ой, он обтряхивается, ребята, и мы просто падаем, ребяточки, вниз. И что мы видим дальше? Мы переходим на следующую локацию, ребятки. И здесь мы упали вместе с вишенкой. Естественно, ребятки, с мышкой.
Так, ну что ж, дорогие друзья, мы довольно-таки неплохо сегодня поиграли в чучел. Давайте, наверное, на этом уровне остановимся, чтобы в следующем уровне мы с вами продолжили. То есть в следующий раз, ребятки, завтра мы будем продолжать дальше играть в эту игрушку. А вы были на канале Funny Games, ребяточки. С вами был, как всегда, Юра. Вы сегодня играли в игру чучело-мяучело. В общем, ребяточки, подписываемся на мой канал, ставим пальчики вверх. Пока-пока!